Друзья, всем большой привет! Я рада, что вы снова ко мне заглянули на канал. Очень давно меня здесь не было. Все потому, что я до сих пор дорабатываю один проект, о котором я говорила. Точнее, я говорила, что я работаю над одним совместным проектом. Я не говорила, о чем он, но в ближайшее время я обязательно вам расскажу, над чем именно я работала, точнее, работаю. Вот осталось мне буквально доработать два изделия, и проект будет с моей стороны закрыт. Мне останется только отправить все изделия заказчику, и тогда я уже к вам вернусь на канал в полную силу, и снова видео будет много, как и раньше. На самом деле, я когда зашла в статистику Ютуба за прошлый месяц, я просто сама была в шоке, что всего 3 видео на канале было за апрель. Такого никогда не было. Все привыкли, что видео много, видео день через день было, максимум там раз в 3-4 дня. Но чтобы за месяц 3 видео, это очень печально, и мне даже стыдно немножко перед вами, что я так надолго пропала. Но есть у меня один небольшой повод выйти к вам. Мне пришла очередная посылочка из магазина Василек. Это интернет-магазин. Я вам уже, наверное, несколько обзоров показывала. 2 или 3, я уже точно сейчас не помню, потому что записываю я не все. Но здесь у меня пришел очень большой мешок с разными вещицами для дома и для детей. В основном тут для детей. Почему я решила записать это видео? Да потому что сейчас, когда мы сидим на карантине, лично у нас все магазины закрыты, кроме продуктовых и аптек. Купить просто негде что-то, будь то одежда, обувь и прочее. И как раз-таки очень выручают интернет-магазины. Мне все пришло почтой, потому что у меня в маленьком городочке в моем, где я проживаю, только почта. И почта, слава богу, возобновила работу. И посылка у меня. Сейчас вместе с вами ее откроем. Мешочек, который стоит у меня вот тут, открыт. Сейчас буду вам показывать, что мне пришло. Ну все, вот тут все у меня завалено товаром. Сейчас сниму камеру, покажу вам, как это выглядит на самом деле. Ну что, смотрите, у меня здесь что только нет. Вот весь мой большой стол раскроенный практически. Просто заложен товаром. Сейчас по порядочку начну рассказывать, что я заказала. За что я люблю Василек? За то, что в нем можно купить все практически. Одежда для детей, для себя, для мужчин и товары для дома. На самом деле здесь самое большое количество — это полотенца. Полотенца просто абсолютно разного размера, ну и цвета. Сейчас вам буду показывать. Вот, допустим, я сейчас буду сильно, наверное, шуршать пакетами, поэтому прошу прощения, если вас это будет раздражать. Вот полотенышко, видите, размер 70 на 140. Я очень давно не покупала большие полотенца, и тут как-то вот, когда гладила белье, поняла, что полотенца у нас просто все износились, если, конечно, можно так сказать о полотенце, ведь их никто не носит. В общем, они вышли из строя, можно так сказать. Они уже просто такого не очень красивого вида стали. И я решила обновить и заказала много белых полотенец. Вот смотрите, вот такого полотенчика. Это махровое полотенце. Оно, я бы не сказала, что прямо сильно толстое, но ворс все равно большой. Это 100% хлопок. Это домой для ванны. И пару полотенец я увезу в баню. Вот такое большое полотенце. Так, не знаю, куда это складывать. Это Узбекистан. И еще одно такое же. Итого у меня получилось 3 штуки белых больших полотенец. Вижу еще одно белое полотенце. И оно тоже 140 на 70. Честно, я даже уже забыла, сколько их заказала. Также мои любимые полотенца для кухни.
Такого цвета у меня уже есть полотенце. Это размер 40 на 70. Вот таких полотенец у меня очень много уже. Но кто активно готовит на кухне, кто активно находится на кухне, знает, что кухонные полотенчики тоже быстро выходят из строя. А я жутко не люблю какие-то затасканные, застиранные полотенца. Почему такого цвета? Потому что кухня в каких-то молочных оттенках, и там столешница с коричневым, и чтобы как-то сочеталось. И еще такое вот 50 на 90, оно побольше. Вот такое шоколадное, красивое. Вот цвета у меня есть салфетки для кухни, такие совсем небольшие. Это тоже Узбекистан, Устекс. Мне очень нравится качество. Вот эти полотенца, их стираешь, и они очень долго сохраняют свой внешний вид. Во-первых, потому что они такие однотонные, достаточно темный цвет, не белый. Вот всякие беленькие для кухни, светлые. Они очень быстро становятся какими-то грязными, такими застиранными. Их стираешь, но они все равно остаются, ну, не очень. А вот такие вот очень долго сохраняют свой вид. Вот это полотенце побольше. Вот, очень красивый цвет. В общем, мне очень нравится. Мне нравится, как они впитывают влагу. Ну и цена у них, конечно же, намного дешевле, чем, допустим, в наших местных магазинах. Вот еще два полотенца. Тоже 70 на 140. Эти полотенца цветные. Почему? Потому что Тася с Тимой могут разругаться, где Тася на полотенце, а где Тима. Поэтому им всегда нужно покупать, во-первых, одинаковые вещи, но в то же время, чтобы они чуть-чуть различались, чтобы они не путали. Вот как, допустим, эти полотенца. Для ванны, ну, повешу, да, будут выделяться среди белых два цветных полотенца. К сожалению, не было какого-то голубого, там синего, допустим, красного для Тимошки, поэтому вот такой очень красивый цвет, напоминает цвет Тиффани или светлый ментол, и Тасюшки розовые. Тася у меня фанат розового, сиреневого, фиолетового. Ну, розовый любимый цвет. Вот. Еще полотенчики. И из полотенец осталось еще два. Так, пакетик. Остались два полотенца. На самом деле, я не знаю, как их показать. Вот это 100 на 180. Огромное просто полотенце сейчас. Вот это оно сложено пополам. И вот так сейчас. Не знаю, смогу я вам раскрыть. Не смогу. Вот смотрите, оно просто не помещается вообще в кадр, микрофон сейчас отвалится. Оно огромное. Вот. Качество такое же, как все предыдущие. Среднее, самое большое, смотрите, 155 на 220. Оно просто огромное. Честно скажу, я вообще не знаю, зачем оно мне. Как его развернуть и показать, я вам тоже не знаю. Вот я его поднимаю, и оно просто... Оно огромное. Оно как плед. На самом деле, я вообще не знаю, для чего мне такого размера полотенца. Но летом во дворе мы загораем часто, и у меня вообще нет такого вот какого-то покрывала, которое бы впитывало влагу. Допустим, дети, когда плещутся в маленьком своем бассейне, в том году, к сожалению, они не купались, потому что не было лета. Но в позднем году они купались много. Вот. Я надеюсь, что в этом году все-таки лето не обойдет нас стороной. Имею в виду не лето, а тепло. И вот этот плед, хотела сказать, это полотенце, мне кажется, будет идеально для того, чтобы его постелить на газоне. И когда ребята будут плескаться в бассейне, и когда они будут выходить из бассейна мокрыми, влага будет просто в них вся, в них. Кого в них? Влага будет впитываться... полотенце. Оно тоже 100% хлопок. Вот я сейчас его тяну, пытаюсь растянуть. И смотрите, вот это вот одна длина. Вот, наверное, метр, два. Вот. Оно огромное. Оно, а вот, кстати, единственное полотенце, вот это Туркменистан. Остальное все здесь Узбекистан. Полотенце в сторону. Это тоже все в сторону. Еще одно полотенце. 50 на 90, еще одно. Я его пропустила. Прости меня, полотенце. Вот, иди к своим братьям. Так, дальше у меня будет одежда для ребят. Я не знаю, я люблю футболки покупать. Не знаю почему, просто люблю. Вы поймете, почему я люблю покупать.
разных вот таких вот принтов и и воротничков. Я безумно люблю рубашки поло, футболка поло, застежка поло, воротничок. И да, шить можно самой. Всегда можно шить самой. Но учитывая то, что у меня сейчас нет времени, совершенно нет, я смотрю опять не туда. Я смотрю на себя, надо смотреть в объектив. Так, в общем, из-за того, что у меня сейчас не хватает времени на шитье, совершенно не хватает. Только я шью проекты по новым выкройкам и для совместного проекта. И во-вторых, ну не сшить вот так. Ну может и шить, но здесь вышивка, здесь подобран воротничок в тон кулирочки, здесь манжеты под воротничок, горловинка закрыта киперной лентой, все красиво. Это какой-то бабончик, да, да, бабончик. Беру всегда, тут тиме 6, беру 7, то есть 128, шторос тиме 125. Вот такая футболка, надеюсь, вам видно. Классная, очень классная, прям мне нравится. Еще одна футболка пола, вот такая, тоже здесь. Классный принт, вот такой геометрический, тоже вышивка, какой-то логотип, эмблема, я не знаю, как это назвать. В общем, вот такая. Тоже шито очень качественно, все шовчики спрятаны. По ощущениям, 100% хлопок, скорее всего, не тянется. Это тоже 100% хлопок. И вторая точно такая же футболка, как эта. Это подарок для моего крестника. Футболки лежат в отдельном пакете, скорее всего, это уже от другого поставщика, потому что на сайте Василька разные поставщики представлены, и вот это просто прелесть. Я знаю, что Тася будет пищать от восторга. Вот от этой футболки вы посмотрите. Вообще такая милая. Мне, наверное, надо сесть подальше, чтобы вам показывать. Вот такая футболочка. Это уже кулирка с лайкрой. Вот смотрите, тоже. Ну там можно шить, но ну дочке сейчас нравятся вот такие вещи, вот такие с принтами какие-то. И почему бы нет? Под каким-то видео, не помню, с обзором либо с видео, где я шила футболки с разными мультяшными героями, кто-то написал, что фу, какая безвкусица, принты и прочее, типа сейчас в моде однотон. Ну, если у вас так модно, то ради бога вы носите то, что вам нравится. А мы будем носить то, что нравится нам. Это Тасюнчику. Еще одна футболка Тасюнчику, тоже кулирка с лайкрой. Видите, как тянется, сразу видно, в отличие от рубашек пола. Единорог. У Таси сейчас любовь, главное, это розовый цвет, раз, фламинго, два, и единороги, три. Вот. Ну, прелестный. Конечно, прелестный. И на рукавчиках вот такие вот крылышки. Футболка для Тимошки. Вот такая вот. Веселая летняя. Футболок много не бывает. Я считаю, что футболок должно быть много. В садик каждый день одеть. А если в садике испачкался, переодеть. А если дома испачкался, и одеть на ночь спать какую-то другую. Потому что пижамы они меня не любят. У меня есть такая футболка с таким же точным принтом, такого же цвета. Один в один. И я решила Тасюшке такую же заказать. И у меня даже, по-моему, таких две футболки одинаковые. 100% хлопок уже эта футболочка. Почти не тянется. Дальше, что у нас еще осталось? Осталось немного. Сейчас покажу. Вот такие вот штанцы. Леггинсы вроде бы называются. Тут вот такая вот вышивка. Красивый цвет. Сухая роза. Состав хлопок с эластаном и полиамид 15%. А так, в принципе, хлопок 80%. Вот это... Сейчас посмотрим по изнанке. А что это? Она одинаковая с лица и с изнанки, но снаружи похожа на кулирку с лайкрой. А так похоже на интерлок. Может быть, это интерлок с лайкрой. По крайней мере, по повязке похож на интерлок. Книжки для Таси. Вот так. Тоже вышивка спереди, горошки. В общем, хорошие такие леггинсы.
Не знаю, размер почему-то написано М, но я не понимаю, М, М, не М, что это значит в детских размерах? Объясните мне. Вот такие штанишки черные в белый горошек. Ветровка для сына. Ветровка парка. Вот. Цвет хаки, как он сейчас любит. Внутри, кстати, внутри-то футер с начесом, двухнитка. Значит, ветровочка будет тепленькая. Я почему-то думала, что она будет без подкладки, либо на кулирке. А здесь даже футер. Но, по-моему, в рукавах нет подкладки. Сейчас проверим. Да, в рукавах подкладочки нет. Вот такая вот красота. Смотрите, сейчас покажу. Рукавчик двухшовный. Застежка вот такая. Вот такая парка. Классная. Наталья. Кулиска. Сейчас попробуем затянуть. Ага, все затягивается. Вот такая кулисочка Натальи. Можно затянуть. Завязать, допустим, здесь узелки. Ткань. Какой-то хлопок. Наверное, хлопок с пропиткой тоже, как я шила парку для совместного проекта. Кто на меня подписан в Инстаграме, тот поймет, о чем я говорю. И осталось совсем немножко. Сейчас покажу носочки для дочки. Ну, я не знаю, куклы Лол похожи на них. Вот такие. Вот такие. И вот такие. Наборчик из 5 пар. И для Тимы. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такие носочки для Тимошки. И, конечно же, я не могла обделить себя. Вот коротенькие носочки. Это уже на лето. С белыми кроссовками, с белыми кедами. Еще кое-что осталось. Немножко мужу тоже надо что-то покупать. Поэтому вот такие вот мужу трусы-боксеры. Черные одни, ну, хотя цвет какой-то, как будто не черный немножко. И вот такие серые. Их, конечно, надо постирать, погладить. И они будут уже выглядеть по-другому. Это написано клевер, какой-то клевер. Вот, не знаю, посмотрим, как по качеству. Вроде бы это бамбук, а муж у меня обожает из бамбука труселя. Нравится именно, мне кажется, на лето тоже, кстати, бамбуковые намного приятнее для мужчин, удобнее, чем хлопковые. Поэтому мужу двое трусов. Так, и осталось у меня еще кое-что. Сейчас буду распечатывать. Это на матрасник. Я своим родителям уже в Васильке заказывала на матрасник, но там прям был такой толстый, в каком-то видео, наверное, самое первое видео с обзором из Василька, можете посмотреть. Там он прям такой толстый, как матрас, такой приличный. И родители его одели на диван, и спать немного удобнее, потому что, к сожалению, у них кровать некуда ставить. А на диван идеально, и спать удобнее стало, и спине намного легче. А себе я заказала обычный матрасник. Сейчас покажу. Вот такой. Он прям, знаете, как обычное одеяло. Вот сейчас у меня на матрасе лежит одеяло, а сверху уже просто на резинке. Но как-то мне показалось, что одеяло не очень. Во-первых, потому что оно какое-то цветное, и оно просвечивает через белую простынь. Но, во-вторых, оно не по размеру, оно меньше. Вот такой на матрасник. Вот резиночки будут заправляться за углы матраса. Вот оно такое, достаточно тоненькое. Размер выбирала по размеру своего матраса. Так, в общем, у меня какой? 160 на 200. В общем, надо примерить и посмотреть, подойдет или не подойдет. Наверное, самая отличная новость, что в моем любимом Васильке появились ткани на отрез. У нас там очень много бязи, просто на любой вкус и цвет и размер. Много сатина, тоже разной ширины, разных расцветок. Я заказала сатин Тимофею на постельное белье
почему не купила готовый комплект, потому что я не видела такой готовый. Я сейчас думаю, как мне размотать. Вот это все мне смотали в рулон, и внутри лежит трикотаж, который я тоже выбрала. Я сейчас попробую его достать оттуда изнутри просто так. Нет, не получится, буду разматывать. Кто смотрел «Трансформеры», без труда узнает. «Бамблби». И здесь другие. «Оптимус Прайм» и разные другие автоботы. Я забралась до трикотажа. У меня сейчас все здесь в сатине. Трикотаж я взяла на пробу. На пробу, посмотреть качество. Это, в принципе, наверное, это ивановский трикотаж, скорее всего, нашего российского производства. Я уже не помню, что там написано на сайте, потому что я положила в корзину и забыла. Вот такая кулирка, 100% хлопок, цветные звезды на сером. Очень красивенький, мне понравился. Для пижамок, для домашних каких-то комплектов очень-очень даже ничего. Вот метр такой кулирки. Кулирка реально очень дешевая по сравнению с тем, за сколько продают в группах. Еще одна кулирка 100% хлопок. Вот такая. Сейчас покажу. Вот. Какие-то такие полоски размытые. Тоже 1 метр. Тоже для домашнего белья, для какого-то. Для пижамок, даже для себя, наверное. Еще одни вот такие полоски покажу сейчас. Ну, они вот так идут. Вот. Они идут по горизонтали. Вот такие полоски. И раз уж тут прицепился отрез. Вот такая вот клетка. Думаю, домашние брюки длинные будут нормально смотреться из такой кулирки. И последний отрез вот с такими коктейлями. Фон. Какой фон, я даже не знаю. Похож на коричневый, но такой... Да, наверное, шоколадный, с каким-то как будто оттенком, немножко, не понимаю, как будто в сторону фиолетовую, бордовую какую-то сторону немножко оттеняет. В общем, вот такой. Тоже очень даже ничего. Вот, в принципе-то, это и все мои покупки, но их очень-очень много. Рассказывайте, вы в Васильке покупаете или нет? Ну и так как за последний год я стала постоянным покупателем в Васильке, магазин моим подписчикам дарит скидку, размер скидки и промокод, по которому вы получите данную скидку, я оставлю в описании под этим видео. Поэтому открывай описание, смотри, переходи на сайт и делай покупки так же, как и я. Ну все, теперь мне это все шить не перешить, особенно... постельная. Сейчас постараюсь вам чуть-чуть раскрыть. И какие яркие цвета. Сатин. Видите, он не такой рыхлый, как бязь. И вот такие яркие, классные цвета. Тимошка будет в восторге. Сейчас у него есть комплект с Человеком-пауком. Есть комплекты, которые я шила давно. Я хочу поменять их, потому что они уже какие-то изношенная, хотела опять сказать, хотя мы постельно это ведь не носим. В общем, застиранная. Как это правильно? Вот такой классный вообще. Блин, если сыну нравится, почему нет, да? Ну все, я с вами буду прощаться. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока. До скорых встреч. I'm AC/DC. When I die, I bet they love me, but hate me when I'm breathing. I think you only love me 'cause I'm popping.
This a layup, this a rebound, it's rubbing me. Tyson with the fade, not the hair, my.